Футболисты Тюмени продолжают подтверждать статус лидера 4-й группы первенства страны по футболу во второй лиге. Омский Иртыш тоже ставит перед собой задачу занять первое место, но сместить с него нашу команду по итогам личной встречи не сумел. В первом тайме у хозяев мог забить Никита Антипов, но попал он не в ворота, а прямо в руки голкиперу Егору Любакову. Скорее, хотел попасть плотно в створ, попал, но там оказался вратарь. Черно-белые к своему моменту подошли бережнее, и на 34-й минуте Александр Каратаев открыл счет. После перерыва Иртыш вновь создал каскад моментов. Могли забивать Арман Маркосян, Артур Шлейермахер и экс-тюменец Артем Юсупов. Но цифры на табло остались прежними. Ровно до тех пор, пока единицу не умножил на 2 Даниил Павлов. А под занавес матча лучший снайпер турнира Антон Кобялко установил окончательный счет. 3-0. Важная выездная победа Тюмени.